изготовлено приспособление для вытачивания шаров и сферических поверхностей. Приспособление крепится на суппорте токарного станка с помощью вот таких болтов. Оно состоит из основания, на котором, к которому приварена такая вот часть лунообразная, в которой на подшипниках установлена поворотная часть. У поворотной части имеется вороток, с помощью которого поворачивается поворотная часть. А в поворотной части имеется паз для установки резца. И, соответственно, фиксируется с помощью болтика, вот с помощью этого ключа фиксируется резец. При повороте за вороток резец совершает движение по радиусу и, соответственно, окатывает сферическую поверхность. У резца имеется две ревущие кромки, как у отрезного резца спереди и сбоку режущая часть, которая непосредственно окатывает шар и режет шар. Это боковая поверхность. И торцем, как отрезной резец, отрезает от заготовки шар. Работа этого приспособления показана на YouTube, на моем канале.